Давайте устроим испытание мне. О-оу. Ну, неудивительно. Всем привет! С вами Злата, и вы на канале Бухты-Барахты. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Смотрите это видео до конца. Сегодня мы кое-что разыграем. Сегодня у нас очень важная миссия. В мире столько спиннеров, что даже мне купили. Розовый, фиолетовый и даже в виде Бэтмена. И с ними делают столько всего. Вы уже знаете, что я занимаюсь художественной гимнастикой и плаванием. В моем прошлом видео мы выяснили, что можно в бассейне делать со спиннером. А сегодня мы выясним, пригодится ли спиннер на занятии по гимнастике. Ну вот мы и в зале. Всего бы начать. Вы уже видели, как спиннер крутит на пальце и на лбу. А может ли спиннер крутиться на булаве? Ну, неудивительно. Теперь давайте устроим испытание мне. Оказывается, со спиннерами гимнастика становится сложнее и интересней. Так, что бы еще придумать? Давайте возьмем ленту. И проверим, что дальше крутится. Лента или спиннер? Похоже, спиннер меня сделал. О-оу. А теперь розыгра! За лучший комментарий я подарю спиннер. Напишите мне, почему вы любите спиннеры. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!